Джейсон, канал True Money Games. Мы продолжаем прохождение Evil Within 2. И уже, наверное, вот-вот скоро мы должны встретиться со Стефано, надрать ему зад и уничтожить, убить его. Ну и все в таком духе. А здесь нет, здесь закрыто. Иди сюда, я тебя жду. Моя следующая работа будет потрясающей. Давай. Давай. Подчинение ее воли. Это будет искусство в его высшем выражении. Но какой смысл в искусстве, если нет публики? Так что для настоящего шедевра ты мне тоже нужен. Нет уж, это вряд ли. Скажите мне, где мне найти эту тварь, и я найду ее. Найду и убью ее. Но пока он тут преграждает мне путь, вот уже и не преграждает. Давай, покажи, на что способен. Сейчас патрон заберу, подожди. И покажу тебе сразу же, на что я там способен. Привет, дружище. Давно не виделись. Хватит беготни. Хватит игр. Согласен. Ты ведь мне уже поднадоел. Твоя смерть станет шедевром. Осталось только подписать его. И будет очень больно. Я понял, что ты будешь партиться периодически. Ух ты, а я еще и не попадаю. Какая прелесть. А может, он меня не будет видеть какое-то время? Или он всегда будет меня видеть? Больно тебе? Ты уже начал надоедать. Я надеюсь, что тебе больно, черт побери. Улыбочку в камеру. Я назову это запечатленный. Иди в жопу! Здесь. Где мой дробовик? Не попал. Стой же ты на месте. Иду за тобой. Все. Ты уже начал надоедать мне. Где он? Где он? Где он? Выходи, 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 выходи. Бежишь. Не попал. Иди сюда. Так, до определенной фазы я его довел. Возможно, сейчас начнет превращаться в какую-нибудь херню. Все. Хватит с меня. Сейчас ты умрёшь. Я тебя мокрого места не оставлю. Не работает. Я сам с тобой. Спокойно. Я понял, ты перешел. Где он? От меня не спрячешься. Так где мужик? Очень быстро он это делает. Где он? Где он? Где он? Ну. Не попал. Вот я попал. Сейчас ты умрешь. Опять.
кровь! Опять? Ну где ты? Давай выходи. Спокойно, 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 спокойно. Я сам с тобой разберусь. Ну, все? Да ладно. Не уж ты готов, голубчик. Но не так все стрессно, как могло показаться на первый взгляд. Глаз отступает, и он, я надеюсь, что погибает, да. Ачивку дали. Вообще был изи, на самом деле. Я ведь столько еще не успел. Ты уничтожил мое наследие. Посмотри. Ты сделал шедевр из меня самого. Надо запечатлеть. Жаль, камеры нет. Куда она делась? А где же Лили? Где же Лили? Где наша маленькая девочка? Еще успею сделать один снимок. Не бойся, солнышко. Это я. Папа. Нет, ты не он. Папа умер. Куда же она малыш, спряталась? Малыш, тебе выходи. Так сказали, но это неправда. Лили, прошу тебя. Выходи, Лили. Не нужно прятаться. Иди к маме, Лили. Я тебя защищу. Убирайся. Ты ее не получишь. Лили! Вот так неожиданно. Может быть, наши друзья из Мобиуса расскажут нам, что здесь происходит. Мира? Я буду снаружи на связи, а кое-кто будет с тобой там, внутри. Кидман. Она знала о мире. Но я могу замолчать, если ты меня впустишь. Черт. Кто-то взломал мое безопасное место, судя по всему. Глава 9. Новое зло. Вот этот чувачок у нас минусанулся, а эти вроде как были еще живы. Давайте выйдем поздороваемся, что ли.
кто бы там, что бы там ни было, кошка и куда-то исчезла. И здесь вообще какие-то, кто-то свечки романтические для нас разжег. Так-то он горит, но вроде как ничего не показывает. Что это? Где зеркало? Что за демоны и где я оказался, черт побери? И почему здесь кишки на стенах? Где это я? Здесь много мяса. Знакомый символ. Я вроде видел его в реальном мире. Куски тела разбросаны здесь всюду. Черепа, мясо. Кто-то зажал банку пороха в своих ладошках. Ну и вроде как дверь какая-то здесь есть. Искатель? С каких пор я искатель? Кто? Кто это был? Хороший вопрос, самый главный правильный вопрос. И тупик. Подождать, но оно довольно быстро-таки потухло. О, черт. Красавчик, похоже, правда? Их сожгли живьем. Здесь вообще довольно-таки интересно. И пытали их здесь, судя по всему, тоже. Орудие пыток. Средневековье какое-то. Кто орёт, кому что надо. О, здесь можно пролезть. Не знаю только, нужно ли было мне сюда лезть. Ну, смотри, здесь... Лужица. Сколько мне дадут? Ух ты ж. Не ожидал я такой подставы. Но так-то в целом неплохо. Закрыто. Че, обратно ползем? Пошли обратно. Называется, вот назад не посмотрел, и вот тебе, пожалуйста, сзади тут же появился противник, который хотел нас напугать. Как-то мне здесь стрёмно. Так, слегка. Мне кажется, он прям рядышком где-то. Чё, ничего для нас? Кто-то долбится. Здесь ни хрена пройти нельзя. Здесь кто-то раскачивается, а вот эти двое парней, наверное, ожидают меня.
Ну точно, блин. А какого хрена? Кучу патронов только потратил, блин. Ладно, сейчас смотрим окрестности. Может, тут есть какие-нибудь припасы? Или что-нибудь типа того? Закрыт, черт побери. Конечно, надо исследовать. Здесь, наверное, не хватает ручки или что-то подобного. Без рычага не повернуть. Ну, конечно же. Это классика. И здесь закрыто. И здесь закрыто. Черт, тут везде закрыто-то. Он и молится прям. То есть мне надо найти где-то рычаг. А где же он может быть? Он может быть в соседнем крыле, где те психи долбятся, раз его здесь нет. Ну, пойдемте туда сходим, чего уж там. У меня всего 3 патрона осталось, но если что, мы сейчас создадим еще побольше патрончиков. У него там как раз, кстати, патроны лежат. Просто я боюсь, как только я открою двери, они все сразу выберутся наружу. Ну, это логично. Вот рычаг. Здесь как бы нам предлагают с вами, типа, не хотите ли воспользоваться уже... Наконец, своим арбалетом, чтобы бесшумно убивать врагов. Это мне пригодится. А вот и все, они на свободе. Ух ты, как их сразу-то немало стало вдруг. Хорош, 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 хорош. Встань, пожалуйста. Блин, его глючат, короче. Его глючат. Я не могу прицелиться. Прикольно. Вообще мимо, прикольно. Не попал. А, опять не попал. Что за бред? Ты готов? Ты готов? Ну! Твою мать!
Просто пипец, если честно. Просто пипец. Это оружие надо срочно фиксить, мне кажется, потому что, ну... Оно работает не совсем так, как, наверное, было задумано. Надо брать куда-то правее, чтобы оно попадало в цель, я так понимаю. Ну ладно, не суть. Здесь у нас все сдохли, здесь у нас патроны для дробовика. У нас еще есть три таких патрона. Здесь у нас подвешенные, убитые. Ну и, собственно, все на этом. Здесь тушки. Здесь, я так понимаю, тоже кто-то освободился, скорее всего. Ну, на этих как раз, наверное, разрывной это подошел бы. В смысле? Отвалил. Ух ты, вас тут много. Гулять так гулять. А то я что-то с ними все церемонюсь. И они все наглеют и наглеют. Так, детальки пригодятся однозначно. Патрончики. Мне главное, чтобы сейчас резко откуда не появился какая-нибудь мразота и не начала меня убивать. Подсумок — это экстремально просто не очень нужная мне вещь сейчас. Выходим нахрен отсюда. И там была где-то статуэтка еще. В соседнем блоке. Я помню, мужик ей молился. Ты вышел отсюда, родной? Ну да, ты вышел. Вон, чтоб нас здесь не закрыли сейчас. Не тот заряд, черт побери. Но стрела, мне кажется, она есть стрела. По идее, он должен был бы сдохнуть. Но он не сдох. Как ни прискорбно. Этот вроде совсем мертвый. Так, ну что, теперь воспользуемся нашим полученным предметом. Откроем дверь.
Давай, крути. Давай. Ты сильный, Кастельганос. Мы в тебя верим. Давно я не видел сигналов. Сотрудник Мэйбис здесь есть? Вообще странно. Это не он. И здесь я тоже никого не вижу. Вот где-то здесь. Здесь уже открыто. Все, что плохо лежит, свечка здесь такая одинокая. И вот он, его принесли в жертву, я так понимаю. Мне кажется, он дышит. Плохо, что нет патронов. Вот теперь есть патроны. Бедняжка. Серьезно? Больше нельзя с собой унести? Блин, вообще это вообще подстава на самом деле. Так, что-то нам еще Раддер хочет сказать. Даже так? А выйти я отсюда не смогу, да? Так, ладно, идем обратно. Бедняжка. Мне прям вам жалко вас. Но если тебя это утешит, ты умрешь здесь не одна. Я просто хочу домой. В Юнион. Я тоже много чего хотел бы исправить в жизни своей. Блин, почему нельзя здесь просто выйти? Глаза-то его горят. Значит, в нем теплится жизнь. Мне кто-то обещал дать ответы на вопросы. Только спустившись, можно снова
Знакомый, черт побери, голос. Что происходит? Ауч. Как бы было больно сейчас. Какого хрена тебе нужно? И кто ты? И снова здорово. Его можно только принять. Иди навстречу. Не избегай его. Это же... Лили. Упс, вот это же херово. Ты чё такой горячий-то? Прикольно, блин. Это даже забавно, я бы сказал. Он еще и поджигает все вокруг себя. Новые монстры. Блин, это какой-то культ огня или что это? По 600 за них, да. Ну, неплохо, в принципе, конечно же. Но пришлось потратить аптечку. Фига, ты мне еще кто один есть? Псих. Он знал Стефана. Конечно, видимо, про него Стефан и говорил. Давай спускаться. Так, ну что, я предлагаю сохраниться и уже после этого продолжить наше путешествие. Блин, ну здесь как-то все преобразилось, черт побери. Меня это немножко напрягает. Так, ладненько, я прокачаюсь и увидимся с вами в следующей части. Всем удачи и пока.